Позволь тебя спросить, кто среди людей хотел бы уничтожить мир? Поскольку я знаю, никто не хочет. И все же вы, каждый из вас уничтожает мир. Каждый из вас ежедневно вносит свою лепту в уничтожение мира. А все катастрофы – это просто результат прогресса. Да, это так. И почему же вы не остановитесь? Ну, если честно, мы не знаем, как это сделать. Мир уже в большой опасности. Но его будущее в руках наших детей. И я уверена, что их нужно научить правильно с ним обращаться. Возможно, именно это поколение кардинально изменит систему отношений человека с природой. Я в них очень верю. И для них мой проект. Задания в этом марафоне были очень здоровские. Они были направлены на привлечение молодежи к глобальным проблемам человечества. Приобщали нас, детей, принимать участие в различных природоохранных мероприятиях. Я очень верю в три простых вещи. Первое – это что мир нужно менять к лучшему. Второе – это то, что каждый из нас может делать это каждый день. И это очень просто. И третье – то, что школьники могут использовать интернет в хороших целях. Ты проходишь разные задания, испытываешь новые чувства, знакомишься с кем-то, какие-то решаешь экологические проблемы, узнаешь о них. В экомарафоне я, можно сказать, хотя бы процент внесла в того, чтобы спасти мир от ухудшения экологии. Стань лидером перемен.